Добрый день, друзья! Давайте посмотрим на игру Planetary Life. Можем играть в обычном режиме для новых игроков. Ограниченная энергия, разблокируемое дерево навыков, оригинальный опыт и обычная скорость времени. Есть бесконечная песочница с бесконечной энергией для опытных игроков. Хочу я пропустить туториал? Да, наверное, нет. Давайте начнем. Добро пожаловать в демо-версию Planetary Life. Разработчики очень волнуются, шумот. Пытаемся. И пробуем эту демо-версию. Вот, надо помнить, что и работа еще в разработке. Вот, если столкнулись с некоторыми багами, отсутствием баланса или различными другими вещами, это нормально. Разработчики делают улучшения, и очень важно оставить им обратную связь. Вот эта демо все компоненты, включая финальную игру, не включает. Тут у нас нет симуляции эволюции растений, что включает в себя очень упрощенную версию растений. Несколько типов еды, что зависит от растений. Там цветы, фрукты, газы на планете. Хотя сейчас и присутствует, но не оказывает эффекта на создание. Вот они в версии 58 различных компонентов, которые могут эволюционировать существа. Финальный крик будет намного-намного больше. Этап клетки недоступен в этой демке, и этап цивилизации тоже недоступен. Также тут не работает сохранение и загрузка. Надеюсь, что нам понравится эта демка. Отлично. Точнем кнопку Let's Play. Залезем в настройки. Настроек не так уж много. Continue. Так, мы можем двигать камеру. Вот наша планета. Можем менять зум. Добро пожаловать на Planetary Life. Это главное меню. Здесь мы можем получить доступ к различным экранам, чтобы проверить статус планеты, разблокировать новые навыки, посмотреть характеристики и так далее. Но в настоящее время у нас нет никаких навыков, и поэтому ничего не можем сделать. Давайте пойдем в дерево навыков и начнем разблокировать новые навыки. Давайте, а как? У нас есть создание существа. Так, я, может, что-то не понял? Давайте еще раз. Где у нас там дерево навыков? Так, добро пожаловать. О, теперь их больше стало. Отлично. Вот это-то нам и надо было. Так, дерево навыков. Это дерево навыков. Здесь вы можете разблокировать новые инструменты и артефакты. Артефакты — это предметы, которые можем разместить где угодно на карте, и они будут оказывать постоянные эффекты. Давайте разблокируем и получим артефакт энергии. Этот артефакт даст нам дополнительную космическую энергию за ход. Ход, ну, давайте. Две космические энергии каждый ход. Хорошо. У нас энергия, видимо, идет. Можем взять возможность изменять. Не можем, нам 200 надо. Что-нибудь еще можем? Пока нет. Отлично. У нас есть наши первые инструменты и артефакты. Давайте выберем получить артефакт получения энергии и поставим его на планету. Сюда. Так, мы разместили наш первый артефакт на планете. Здесь можем посмотреть количество артефактов, которые мы разместили на планете. В данный момент ограничение 2, и также можем посмотреть тип артефактов. Можем кликнуть сюда, чтобы найти и выбрать эти артефакты. Собирает энергию. Ну, хорошо. У нас вулкан извергается. Ой, я второй поставил нечаянно. Пыль в атмосфере слишком была высокая. Так,
Да, покажите нам. Нам бы что-то с этим сделать, да? Так. Там чуть-чуть что-то еще четвертая пришла. Так, пыль, говорят, слишком высокая. Нам бы... Эй, посмотри-ка. Ты здесь можешь найти задание. Ты можешь выполнить задание, чтобы получить дополнительную космическую энергию. Не забудь собрать награду, когда это доступно. Окей. Давайте посмотрим. Итак, достичь средней температуры от 0 до 40. Когда мы поиграть с этими... Ну, уже как-то достигли. Ладно. Удивительно. Так. Надо жар ядра планеты на низкую разместить. Так, нам говорят новые события. Температура на планете слишком высокая. Нам бы это... Давай уберем тебя. Посмотрим дерево навыков. Нам надо что-то, что будет... Вот, изменяет. Планеты. Так. Так, надо его понизить. Так, здесь можем модифицировать свойства инструмента. Выбирая различные опции, мы можем накладывать различные эффекты. Ну, давай. Где у нас есть характеристика? Там вулканы извергаются. А мы понижаем... И где-нибудь информация. Вообще есть. Вон. 69657. Тихонько. Надо к идеальному уменьшить. Ну, уменьшим. И идеально у нас где-то 9000, да? Ну вот, в 9000 попали. Посмотрим на здание. Надо на низкую, да? Ладно, продолжаем. Ну вот, серединка идеально уже. Подходит? Подходит. Получаем. Так, добавьте воду на планету. Мы можем использовать планеты. Давайте добавим воду. Так, чтобы добавить воду, нам понадобится. Так, можем и глобальную температуру. О, комета. Давайте комету. Ну, давай больше. Больше воды. У нас тогда получается. Так, можем. Как ее дропать? Так, а то мы забираем от кого-то воду. Так, у нас планета-то полыхает, надо больше. Надо где-то найти возможность. Полетело. Что у нас? Пыли в атмосфере слишком много. Ну, что-нибудь придумаем. Ничего себе. Но тем не менее, мы воду добавили с помощью кометы. Это было интересно. Так, создать наше первое существо. Это еще более интересно. Так, он где-то на 2000. Это, видимо, будет чуть позже.
Так, 30% покрытия планеты должно быть водой. Ладно, так. У нас слишком высокий рейтинг дождей, да? Давайте уменьшим немножко. А, нет. Зона-то нормальная, а вот частота ненормальная. Ладно. Возьмем тебя. Нам надо немножко уменьшить. Так. Отлично. Теперь надо бы, наверное, еще раз артефакт поставить. Раз такое дело. Ой, два артефакта пока стоят. Так, нам, чтобы получить жизнь, надо 2000. Давайте облака. Воздух. Мы знаем по облакам. Ага. Надо чуть-чуть понизить у нас. Так, новые события, слишком много были в атмосфере, у нас случился торнадо и вулканы. Так, нам надо больше метеоров бабахнуть. Давай сюда метеор. Сюда метеор. И сюда метеор. Полетели. Я думаю, этого должно быть достаточно. Бум. Так, что у нас в целом площадь воды? Ну, метеоров-то надо много. Сейчас надо 12,8. Надо еще ронять метеоры. Может быть, мы сможем сразу тебя уронить? У тебя, чтобы сделать, надо 1000. Возможность изменить температуру. Давайте еще метеоров пораняем. Сюда, сюда, сюда и сюда. Полетели 4 новых метеора. Думаю, этого нам должно хватить. Ну, 4 новых комета, конечно. Метеор-то мы не разблокировали. Так, что мы знаем по планете? Ну, почти треть планеты уже покрыта. О, 5000. Есть. Раз у нас есть 5000, мы можем взять форму жизни за 2000. И можем эволюционировать растение. Если оно будет близко к поверхности, то будет неводное растение. Мы можем собирать эволюционную энергию. Давайте разблокируем. Так, а можем взять существо и где-то в другом месте освободить. Если мы уроним одно существо наверх другого, мы можем смешать их. Кошмар какой. Так, и зону мутации можем увеличить. И зону репродукции. Ну окей. Давайте посмотрим. Нам надо сперва добавить форму жизни. Зону с водой. Акваротическая клетка. Так, это временный экран, потому что этап клетки недоступен. Рекомендую выбрать хлоропласт и клеточную стенку, да? Окей.
Хлоропласт. Вот этот рекомендую для начала. Так. Недостаточно энергии. А где мы можем посмотреть? Затем, куда мы там растение уронили? Можно нажать Next Turn, чтобы быстрее проматывать. Так, пыли, говорят, в атмосфере слишком много. Ну, что поделать? А, это же артефакт. Давайте умерем тебя. И посмотрим где-нибудь вот здесь. Артефакт требует увеличивать репродукцию животных, растений. Так, ну чтобы добавить... Нам нужна 1000. Немножко подождем. Там у нас сообщение о вулканах, да? Да, вулканы, большое количество пыли. Неинтересно. Так, зону с водой, говорят, надо выбрать. Ну, давай выберем. Так. Вот еще один артефакт. И это артефакт. Ничего, собирает ли он какую-то энергию? У нас тут где-то должно быть растение. Где оно? О, по характеристикам, ну, почти все идеально. Давай нам. Высоты. Температура. Направление потоков ветра. Давай так сделаем. Так, а что можем сделать из заданий, чтобы нам дали много? Так, надо и поиграть с высотами, дождями и передвигать воду, чтобы создать почву на земле, да? Ну, давайте. Здесь плодородная земля есть. Вот здесь. Так, давай мы тебя тогда уберем. Ставим это здесь. Так, мы первое растение, говорят, создали. Давайте растение пробуем тогда. Форму жизни где-нибудь. Нет?
Давай сперва создадим растение. Создали. Ага, вот какие-то вон листочки пошли. Вон и на землю оно пошло развиваться. Хорошо. Надо как-то поиграться и достичь плодородности. Пока 6-8%. Как бы нам поиграться? Какие у нас подсказки есть? Высоту облаков, да? Чуть-чуть по это. Так, чуть-чуть высоту облаков поменьше. Так, и чуть пореже надо, чтобы дожди шли. Так, ну вон плодородность пошла увеличиваться. А наши растения, он вроде продолжают распространяться везде. Бумк. Давайте попробуем здесь. Также. Это у нас что? Ты что такое? Снег. Ну, приехали. Снег, конечно, хорошо, но... Давай так. Здесь создаем еще одно растение. И следом... Так вот, пусть оно на эту зону пойдет. Оно сейчас тут распространится. Так, вот здесь можем уже даже растения выращивать уже более такие. Смотри, тут у нас желтенькие растения. Тут они у нас зелененькие. Так, 13% плодородной земли. Надо сейчас немножко воды поперетаскивать. Не, перетаскивание воды как-то не очень-то помогает. Ну, смотри, вот это растение еще так развивается. Вот популяция чуть похуже, но мы можем, говорят, взять растение. Взять. Это крейча, если было. Крейча у нас сейчас нет, у нас сейчас растение. Ладно. У нас вообще по статистике. Зоны дождя надо уменьшать, да? Ну, вот так сейчас у нас все характеристики идеальные. 14% фертильность. Давайте посмотрим, что можем сделать. Землю можем делать. Землетрясение. Много воды. Так, высоту можем менять. Так, можем устроить пожары. И даже вулканы. Давайте ветер добавим. Можем убрать. Убрать пыль. Что у нас с пылью? Буньк. Что случилось? Еще что-то приземлилось к нам. Ладно. Так.
Хотя у нас по пыли рейтинг мутации низкий. Минимальная температура. В принципе, тут нормально. По здесь метеор, говорит, идет. Окей, пыль сейчас немножко поубираем. Пыль немножко убрали. Давай там направление ветра. О, смотри. Плоднородные земли-то растут. Тут он что-то даже он зелененько не зеленеет. Давайте тогда возьмем здесь. Так, новое существо создать не можем пока. Так, давайте уберем артефакт. И некоторые артефакты у них есть различные конфигурации. Окей, как мы можем изменить направление ветра. Понятно. Что у нас? Наши растения. Тут часть растений у нас погорели. Но в целом растения развиваются. Можем ли мы? Брать такой энергию. Давайте уберем отсюда этот артефакт. Может, здесь у вас какая-то энергия будет. Буньк. Вулканы изрыгаются. Бывает. Он что-нибудь собирает? Надеюсь, что да. Можем даже ускорить немножко весь процесс. 15% пока. Площадь плодородных земель. Не знаю. Примерно на 15 и стоит. Надо, видимо, что-то еще поделать. Как-то не очень вижу эволюционную энергию у тебя. Давай тебя заменим на чем-то что-то еще. Брать существ пока не можем, потому что существ у нас нету. А вот увеличить зону мутации, например. Можем посмотреть, как тогда будут изменяться эти растения. Если растения будут изменяться, что у нас есть? Можем устроить огонь. Пожар где-то. Угу. Так, нам было здесь вот что-то добавить. У нас воды слишком мало. Надо добавить больше воды на планету. Чтобы это сделать, надо разыграть метеор вот сюда. Наверное, вот сюда метеор еще побахнем. Буньку. И вот сюда метеор побахнем. Они же побахнут? Я надеюсь, что да. Очки у нас за это отобрали. Я не сказал, что мы что-то решили. А, у нас пауза потому что стоит. А сейчас они все как прилетят. Да, я забыл, что у нас пауза стоит, но ничего. Сейчас будет много бубу. Так, и что? Я же это... Почему у нас штука с покрытием водой не увеличилась?
Потому что нам нужны кометы, а не метеоры. Правильно. Метеоры только все разрушают. Это кометы ледяные. Она приносит больше воды. 21% поверхности — это маловато. Вот уже 26. Уже на северной шапке. И на южной уже снега пошли. И здесь наш пояс из двух разных лесов. Как бы нам получить первую нашу форму жизни? Форма жизни. У нас есть немножко растений. У нас есть желтенькие растения, светло-зеленые и темно-зеленые растения. Здесь я вроде поставил штуку, которая должна увеличивать рейтинг мутаций, частоту мутаций, но как-то оно не работает. Думаю, если какая-то земля то появится, то исчезнет. Слово о земле. Что мы можем еще сделать? Можем изменить немножко. В целом 30% поверхности покрыто, плодородности 13%. Почему так? Так, ну все вроде в идеальном положении, но все равно фертильность у нас низкая, слишком мало плодородности. Крот все-таки может помочь, если мы где-нибудь воду распространим, да? Так, отпинг. Смотри сразу, стоп. Так, ну... экватору планеты почти весь нахлачен растениями. Как-нибудь бы еще распространить вот другие полюса. Это было бы неплохо. Так, что у нас? Пыли, говорят, слишком много. Пыли? Убрать пыль. Показателя пыли-то я не вижу. Сейчас мы пыль в атмосферу уберем. У нас фертильность 14 и падает. Почему у нас падает удобрение? Что не так? Метеор, говорит, идет. Ох уж эти метеоры. Так. Не так-то и просто, оказывается. Вырастить первую жизнь на планете. Ну, метеор пришел и пришел. Так, что мы можем сделать? Создать первое существо. Как? А, ну, наверное, надо делать тогда... Во-первых, вот так. Метеоры продолжают идти.
Вроде нормальный режим. Ну, скажем, что вот у нас, где выбор существ. Вот ты уходи. Нам, наверное, больше энергии понадобится. Ой, собирай энергию. Мы создадим новое существо, новую форму жизни. И это разделаю без. Делаем ее вот такую матрицу. Вот такую. Все. И пусть она есть растительный материал. О, мы только что разблокировали жизнь первый раз. Это разблокирует новый ресурс нам, энергию эволюции. Она восполняется с каждым спавном. Если нет ее достаточно, я могу выбрать существо, и оно будет эволюционировать. Дальше, но мы создали первое существо. 1000. Если у нас на планете будет 100 таких существ, это будет хорошо. Вон там вот видно, что наша клетка. Давайте выберем тебя. Тебя, но ты будешь... Зачем тебя поглощать других? Нет. Это. Тебя. Тебя. Ага, эта комбинация в демке недоступна. Ладно. Только давай еще одно такое же существо создадим. Все, у нас уже есть два существа. У нас все хорошо. Можем взять, убрать артефакт вот этот, который дает нам энергию, и поставить другой артефакт, который... О, у них любовь прошла. Здорово. Вот не увеличились. Давайте увеличим зону репродуктивную. И смогли. Ну вот эти вот здесь уже размножаются. Молодцы, ребят. Уже 6 существ у нас. С этой он скоро до взрослого перейдет. А потом мы сможем его эволюционировать. Так, окей. Теперь мы тебя ставим куда-нибудь вот сюда. Ты же до них дотянешься, да? Ну, эти здесь потихоньку размножаются. Сколько у нас? 9 существ. Что, конечно, просто маленькие такие клеточки. Вот до 50 дойдем. Мы сможем смотреть, куда дальше развиваться. Так, как-то не вижу у тебя много. Давай ты будешь собирать эволюционную энергию вот здесь. Оп, быстрее пошла эволюционная энергия собираться. Хорошо. Так, ты. Все, что уже готово к эволюции. Нажмите кнопку, чтобы открыть редактор существ. Давай. Так, вот компоненты, которые определяют существо. Можем кликнуть и эволюционировать текущие компоненты. Можем добавить новые компоненты, используя кнопку «плюс». Когда мы завершили, нажмем кнопку «эволюционировать». Процесс эволюционирования жизни – это медленный процесс. Потом можем только по одному изменению за раз. То есть свойства существа и его способности. Важно контролировать энергию, которая нам доступна и которая потребляется. Чем более сложное существо, тем больше ему энергии нужно. То есть, у которого превышает количество энергии, оно не жизнеспособно. Окей. Давай тебе фагоцитоз
Это клеточный процесс, где клетка поглощает иностранные кусочки. Давай посмотрим. Разобьем фагоцитоз. Так, гастроваскулярные. Так, на определенных простых животных. Таких как медузы, например, или плоские черви. Где вот питательные существа, они поглощаются в пространстве, и поглощаются и выводятся. Давай вот. Окей. Вольф. Можем еще эволюционировать. Так, можем ли мы тебе добавить хвостик? Смотри, это нам даст плюс 5, плюс мы начнем двигаться. Для баланса, коммуникации, взаимодействия. Да, давайте добавим хвостик. Длину хвостика мы тоже регулируем. Давайте длинный хвостик. Угу. У нас 15 энергии доступно. Эволюционируем. Мы накопили еще вещи. Можем еще тебе. Это плюс 30 нам даст. Давайте. А, это максимально нам увеличивает количество текущего склада. Но давай. Такой вот прямой кишечник. Где еда проходит для поглощения, уничтожения. Все. Взяли. И давайте возьмем себе. Так, что у нас? Вон у нас ползает. Ползает наше существо. Можем взять его. И объединить вас двоих. Давайте. Буньк. А где? Ну, сейчас 7 существ осталось. Где наши хвостатые существа? Ну вот оно. Наверное, пока тебя надо убрать. Ты вот обычная. Ты вот хвостатая. Здесь вот никого нет. А чё вот у тебя? Ты вот на каком этапе жизни находишься? Вот уже пожилой. Да, может. Нет, тебя эволюционировать мы не можем. Мы как-то всю эволюцию в одно существо вложили, и похоже, это было ошибкой. Похоже, это было ошибкой. Так, что у нас? В целом 17% уже плодородности земель. А вот по существам, ну, давай попробуем умножить их. Есть возможность вылечить всех существ. Все. Существа живы. Так, а как нам? Давай ты. Давай одинаковые. У вас ничего не произойдет. Скорее всего, да. Но у нас их стало меньше, да? Нет, 7 пишет. 7, а почему 7? А, потому что у нас, можем, я думаю, что у нас ничего не происходит? А у нас пауза стоит. Во, двигается. Нам надо сейчас побольше вот таких вот развить. Так, давай мы тебя тоже повысим, тебе дадим глазки.
Теперь возьмем тебя с глазками и вынем тебя с хвостиком. Слияние, слияние. Получается существо с глазками и хвостиком. Отлично. Это у нас обычные малыши. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Этого нам не надо. Нет, нет, стоп, стоп. Стоп. Что такое? Почему рядом с моим очагом какая-то штука? Стоп. Стоп. Мне не нравится, давайте ударим в него кометой. Не, ну это же надо, я тут своих существ выращиваю. Похоже, так, во все. Вулкана нету. Теперь давайте поставим таки штуку, которая учит репродуктивность. Пусть наши головастики перемещаются и размножаются. Так, а куда делся наш? Так, что такое? Стоп. Мне что-то не ведет нынче. Рядом со мной? Комета. Сюда. Ребята, нет. Вы будете жить. Живите. Божественным вмешательством буду вас лечить. Ауч. Ребята, живите. Ребята. Ребята. Ладно. Погнали процесс эволюции заново. Сколько у нас существ на планете? Нет у нас существ на планете. Печально, ладно. Форма жизни. Добавляем. А нам энергии теперь не хватает, чтобы добавить форму жизни. Ладно, подождем. Ох уж эти вулканы. Так, давайте выберем где-нибудь относительно спокойный океан. Например, вот здесь. Мы почти накопили нужное количество. Энергии. Так, давай тебя, тебя, тебя. Вот у нас существо есть. Надо к нему второе такое же создать. Или он делиться будет? Пусть он делится. Вот. Вот, давайте. Вот так вот. Чтобы быстрее тут все делились. Отлично. Теперь ты. Продолжаем эволюцию. Говорю, что вот тебе хвостик. Да. Хвостик это здорово. Стоп. Что опять не так? Нет, ты будешь расти. Так, стоп. Тебе мы дадим глазки. Да. Эволюционируй. Теперь мы возьмем ручкой тебя и тебя. Женитесь. Отлично. Так, будет ли он дальше размножаться с остальными?
Но он отплывает пока. Ой, малыш. С кем-нибудь. Ну, давай. Тебе тоже дадим какой-нибудь там. Так, кожа дает им защиту. Давай так. О, малыш. Давай ты с ним. У него есть кожа. Теперь, по идее, у тебя есть некая защита от внешних условий, да? Есть, но ты все равно страдаешь. А давай ты будешь размножаться. Почему вот он не размножается? Он, конечно, такой веселый, с хвостиком там ползает. Но, зараза, не размножается. Хотя у нас штука стоит на увеличение размножения. У нас размножаются обычные клетки. А вот этот червячок как-то не особо размножается. Почему? Что, на коже дает ему некое сопротивление к и относительно неблагоприятным условиям? Пусть он зараза размножается. Ладно, стоп. Мы сделаем тогда у тебя тоже глазки. Тоже делаем хвостик. Все. И ты у нас пойдешь. Зону мутации можем увеличить. Давай тогда. Мы здесь увеличим зону мутации. Посмотрим, на что это влияет. Так, а где? Вот он наш. Так, ну вон у нас малыш еще один летает. Так, ничего, он у нас уплыл-то. Стой. Стой, лечись. Так, у нас тут, конечно, существа есть в некотором количестве. Так, 20% плодородности мы добыли. Отлично. Что мы тут можем еще взять? Землетрясение создавать, торнадо, вулкан. Это, наверное, не то, что хотелось бы. Нам бы вот с тобой что-то делать. Давай мы зону репродукции вот сюда поставим. Выберем тебя. Накопим немножко. Чего же вы все страдаете-то? Не страдайте. Так, 53. Есть? Так, у тебя что? Ты голодаешь. Вот на что. Понятно. Нам надо добавить еще одно существо. Давайте добавим форму жизни. Вот эта зона занята. Мы здесь делаем. Эта зона, говорит, занята. Что, так можно? Нет, зона, говорит, занята. Убирать надо именно воду. Чему там занята? Я хочу сказать, что эта форма жизни уже заняла весь этот водоем. Во, создали новое растение.
Но здесь нам создавать нечего. Но мы же можем создать вот такое существо. Хышное. Так, теперь пойдем к нашему голодающему червячку. Вот он голодает. Можем его посмотреть. Так, надо у него пищеварительную систему улучшить. Мы возьмем тебя. У тебя эволюционируем пищеварительную систему. Так. Теперь. Ты. Давай. Червячок с улучшенной пищеварительной системой, да? Где он? Ну вот он. Молодой, он голодает снова. Так, не умирай. Не смог вылупиться? В смысле не смог вылупиться? Ой, тяжело. Ой, тяжело. Мы потеряли наше продвинутое существо. Что у нас здесь? Вот здесь есть немножко головастиков. Давайте их тогда развивать. Ты... Давай фагоцитоз тебя разовьем. Да. Вот, и хоть три таких червячка. Ну, здесь червячок есть. Потихоньку. Так, ну он стареет. Ему надо, скорее всего, с кем-нибудь. Давай с тобой. Боньк. Тонго, делаешь существо. Откоп и не смог вылупиться. Так, давай тебе шкуру. Шкура будет у тебя красная. Красный будешь у нас. Будем замечать тебя издалека. Так, теперь мы возьмем. Иди обвиняйся с ними. Так, и нам понадобится еще вылечить вас. Так, ну количество червячков в принципе увеличивается. Наверное, это неплохо. Так, надо с ботинга переходить из пошагового режима в обычный. Так, не смог вылупиться, говорит. Ладно. Так, ну вон червячки появляются. Самые разные. Это хорошо. Так, вот он наш червячок. Давайте подождем. Нам, чтобы эволюционировать, надо 125 уже. Так, вот тебя можем эволюционировать. Теперь мы тебе глазки добавим. Будешь наш милаха с глазами. Может быть, вы вместе сойдетесь. Вы что, друг друга кусаете, что ли? Ну и зачем я вас эволюционировал? Ох, тяжело это дело, знаете ли. Так, но мы же можем выйти в главное меню. И посмотреть, как вообще развивается существа. Мы от фагоцитоз улучшаем до гастроваскулярной пищеварительной системы. Пока у нас просто клеточка, да? Можем добавить хвостик. Тогда он получает больше энергии за заход. Но скорость на земле и в воде у него увеличивается. Он может двигаться. Также нам ему кожура защищает слой клеток
базовая защита. И позволяет обмениваться газами. Ну, хорошо. Это максимальная и минимальная температура влияет. Можем даже выбрать цвет. Давайте сделаем желтый. Эту кожу можем в дальнейшем улучшить до перьев, чешуек, меха и остеродерма, которые у змей и бронированных млекопитающих. Какая забавная штука получается. Вот, дальше нам ему понадобится что? Нам понадобятся глаза. Выбираем, что это за глаза, насколько они высоко, насколько они широко, насколько они большие. Говорят, большие глаза — это мило. Получается такая странная мышка. Глаза мы можем в дальнейшем улучшить. Взять глаза на палочках. Давайте вот такие вот глазки. Угу. Так, также у нас есть глаза. Нужен рот. Повернись к нам. Рот не должен быть больше, чем само животное. Тогда мы сможем дальше атаковать. Дальше улучшаем пищеварительную систему. На внешнем виде это не особо отображается. Улучшим уже до улучшенной пищеварительной системы. Дальше глаза можем улучшить до сложных глаз. О! Окей. Так, мех можем улучшить до безволосой кожи. Ну ладно. Ну давайте. Хотя мех мне нравился. Так, можем добавить ему уши. Уши должны быть. Должны быть большие. Будет он ползать и слушать, где что говорят. Так. У нас есть уши. Давайте части тела. Побольше. Вот, теперь это больше на мышку похоже. Так, часть тела есть. Теперь у базового рта можем его улучшить. И добавить ему клюв. Короткие челюсти. Беззубую вещь. Короткий какой-то клюв. Или хоботок. Давайте короткую челюсть, наверное, возьмем. Во, мышка. Мышка есть, плюс теперь мы можем кушать мясо. Мясо, траву. Отлично. Теперь у нас появляются новые вещи. Можем отрастить себе всяких хвосты. Хвост из перьев. Можем еще одну часть тела добавить. Лапки насекомых. Давай. Ой. Но мы больше быстрее по земле перемещаемся. Так, давайте репродукцию улучшим до внутренней. Что можем еще добавить? Шипы. Угу, жабра. Давайте. Жабры можем улучшить до самых простых, легких. Тогда можем дышать в воздухе и под водой. Там где-нибудь лапки нормальные найти. Рога. Так, это шипы, шипы. Давай тебя возьмем. Так, это очень странное у нас. Что мы умеем теперь плавать? Так вот, странное существо. Так, давайте попробуем тебя улучшить. До коротких лапок. Во, у нас появляются короткие лапки. А можем мы тогда убрать тебя, да. Тебя мы можем убрать.
Можем обе улучшить легкие. И нам явно надо больше лапок. О. Наша двулапая крыса есть. Давай нам добавим еще какой-нибудь. Так, вот этот плавник, его можно будет потом как-нибудь... Не, пока не похоже, чтобы его можно было улучшать. Значит, давайте добавим еще. Так, хвостик. Хвостик у нас. Давай так сделаем. На конце у нас есть хвостик. Давайте еще одну часть тела добавим. Будем большой крысой. Нам надо больше конечностей. Конечности у нас развиваются откуда? Из плавников. Из этих, да? Да. Развиваем в лапы. Развиваем в лапы. Так, протокрылья. Можем прямые ноги. Длинные лапы. Давайте протокрылья. Возьмем. Так, а почему у нас? Точно, надо их разнести по туловищу в разные места. Так. Ну, какое-то странное существо у нас получается. Но можем их улучшить в прямые ноги. Так. Протокрылья мы же можем улучшить до крылья. Такие мембранные. Давайте вот такие крылья улучшим. Улучшим легкие. Прям уже до совсем легких. Питание до полноценного. И челюсти до длинных. И до сильных. Ну, без разницы. Давайте длинные челюсти делаем. Что нам еще не хватает для счастья? Ну и странное же у нас существо получилось. Так, ну глаза можем теперь немножко передвинуть. Кажется, у нас получилось что-то очень страшное. Так. Ну, тем не менее, мы едим траву. Очень хорошо едим мясо. Летаем, дышим в воздухе. И размножаемся. Окей. Давайте на этом мы закроем. Я думаю, можем завершать обзор игры Planetary Life. Большое спасибо за просмотр. Увидимся.